Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Brutal Street 2. Ну что же, поехали. Что нас здесь ожидает сейчас? Наверное, жесть. Вот так вот. И первые цветочки поползли. Как всегда. Так, давайте-ка мы усилимся. Так, сделаем подхил. Отлично. Так, хилка, давай, хиль. Рубим. Вот так вот. И вот так вот еще. Прорезали. Замечательно. Так, Леон, отойди, пожалуйста, оттуда. Так, нормуль. Пока все под контролем. Ну, давай, 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 хиль. Так, ну что, давайте защиту себе подымем. Ну-ка, нечего тебе там плясать. Так, и вот так вот масухой будем бомбить. Шурк! Отлично. Давайте этого добьем. Смотри, что делает, а? Ниндзя-то. Бомбит. Бомбит не по-детски. Давайте опять усилимся. Так, вот этого здесь не должно быть. А то он тут, смотри-ка, разгулит себе вольготненько. Да отойди ты, хил. Куда ты прицепился-то, а? Так, бомбим, добиваем. Так, подожди. Это нам пока не надо. Следующий у нас кто? Ага, понятно. За хилкой бежит, да? Ну что ж, давайте вот так тогда рубанем. Так, отлично. Подхил. И два танца сделаем. Так, ну что, вроде бы пока держимся. Главное, чтобы не было здесь этих амбалов. Вот это будет тогда жесть. Если появятся тут амбалы, это будет плохо, ребят. Плохо будет всем. Давайте вот этого агента заколбасим. Черт, подери. А самурайку бычит, однако. Так, хилимся. И добиваем ниндзю. Пока такой вариант. Так, что-то мне вот это совсем не нравится. Что здесь сейчас будет происходить? Так, что мы можем сделать? Усилить атаку, усилить защиту. Так. Эти ниндзя, честно говоря, уже достали. Вот так вот вам. И подхилимся маленько. Так, бандос вышел. Еще один. Так, а ты у меня займись вон тем, который у нас вдалеке. Ну вы будете добивать-то или что? Так, помогайте. Ну... Так, 22 секунды, ребят, осталось.
Я не знаю, что будет по истечению этого времени. Ну, такое впечатление, что, скорее всего, или босс выйдет, или еще что-нибудь в этом роде. Вот такое впечатление. Может быть, конечно, я и ошибаюсь. Очень хочу верить, что я ошибаюсь. Так, Леон у меня зажатый. Гоу-гоу-гоу, давай. Поменьше слов, побольше дела. Да сколько же вас тут, а? Все, прошли, ребята. Да, надо было продержаться определенное количество времени. Получили кастет. Ну что же. О, а это что такое? Где найти ключ к сердцу? Конечно, в Яндексе. Информация о нужных товарах и услугах. Яндекс. Поиск номер один в России. Это, ребята, была подстава. Посмотреть видео ради какого-то пистолетика. Ну что же, давайте, наверное, приступим к очередной битве. Сразу же, как говорится, на горяченькую. Ага, опять у нас лаборатория. Блин, не нравится мне. Значит, будем ожидать. Уже ожидаем. Я так и думал, что пойдут сейчас амбалы. Просто нутром чувствовал, что будут именно они. Так, и ниндзя тут еще. Так, надо этого жирного-то как можно быстрее уничтожать, пока тут не раздухарился. Так, хилка, давай хиль всех тут потихоньку. Вот тебе и гоу-гоу-гоу. Так, справимся, нет? Непонятно пока. Но я вижу, тут ящики лежат. Давайте-ка бомбанем. И тут у нас для моей самурайки сюрикены лежат. Давайте-ка возьмем их. И двойничка призовем. И вот они сейчас будут тут вдвоем веселиться. Просто... Тихо, 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 пожескочу. Так, надо ее подхилить. Супербоя моего этого. Там у него очень мало хп было. Так, ну а ты-то куда прешь? На-ка, получи. Так, еще у нас, я смотрю, есть ящики. Давайте взглянем, что у них. Ничего абсолютно. А в этом... Баксы. Не особо-то хороший тут лут оказался. Так, давай-ка вот этого возьмем в оборот. И хилку будем сейчас бомбить. Гоу-гоу-гоу. И все. Тихо-тихо. Куда ты? Ну-ка, стопе. И вот этого уничтожаем. Леон, ну что ты тупишь-то? Ты дела-то свои делай. И ты там не стой тоже мне. Давай сзади его из-под тишка. Оу, тут еще один остался. Ну-ка, хилка, отойди оттуда. Подальше. Добили. Кстати, здесь, смотрите, яд появляется с пола. Опа-на, а это что-то новенькое. А, нет, были-были такие, ребята, были. Ух ты, самурайка-то моя там раздухарилась. Так, минус.
Давай-ка его под прицел возьмем. И вот этого тоже надо брать. Вот так вот, со спины сейчас. И вот так еще прорубим, отлично. Так, хилка, хиль. Супербоя. Вот прут неугомонный, а, достали. На, получи. И, наверное, вот так вот еще рубанем. Так, застопорим его. Еще один выпрыгивает у нас. Его сейчас тоже мы по-быренькому попробуем. Как-нибудь тут накумарить. Куда они тут? Что они делают? Ага, опять супербой у меня под раздачу попадает. Постоянно именно на него прут. Не знаю, чем он им так тут понравился. Ну, а вот и долгожданные, блин, наши идут. Только я на дух не перевариваю просто. Давай со спины его. Опс. Так. Пока больше ничего нету, да? Вообще ничего, абсолютно. Давайте усиливаться. Так, супербой, давай, наверное, ниндзю вот этого схватим. И рубанем. Что же вы делаете-то, а? Ироды. А ну-ка, получи-ка залп огненный. Так, отлично. Еще двое. Так, не двое тут, ребятки. Достаточно. Да, я даже тут немножко начинаю путаться. Кого надо... Эй, тихо, тихо, тихо. Хилимся. Делаем защиту. Ну и надо супербоя отдельно отхиливать. Вот, опять, опять идет кабан. Ну, чё ты не стреляешь? Давай рубанем. Так, кто у меня тут чё? Сделаем так и вот так. О, у меня там хилка в беде. Конкретный причем. Оу, подбили ее, нет? Успеем? Ну, вроде как успели. Давай вон того гада. Этого расстреляем. Так, вот этой вот дуры тут только не хватало мне. Отойди оттуда. Так, возьми дробовик и начинай шмалять. Надо хилку уничтожать, это однозначно, иначе она сейчас тут раздухарится. Так, ну, все, что ли, прошли? Да, ребят, прошли мы этот уровень. Довольно напряженно все, я вам скажу. Но все-таки $92 получили. Угу. И чемоданчик нам дали. Так, что-то тут новенькое нам открылось. Баф. Выбирай, как говорится, или это, или это, или это. Ну, я, наверное, на атаку все-таки возьму. Так, а тут у нас по 1%. Тут 10 к атаке. Блин, ну, даже не знаю. Может быть, так взять? Слушайте, а почему я не могу? Тут же вот... А, вот же где взять.
Угу, взял, значит, парик. Ну что ж, давайте, наверное, с вами глянем. Ну тут сейчас будет босс, это однозначно у нас. Так, по статусу, что у нас выходит? Мечи фиговенькие. Этот парик HP 52, один в один. Ну-ка, 331. Да, лучше вот этот оденем. Ну и вроде бы как все. Больше я ничего здесь сделать не смогу. Единственное, смогу только заточить или же... Нет, я тебе пока ничего не буду учить. 1800. И тут 1800. Но это у нас боксер, он нам не нужен. Угу. 1300, но это самое ближайшее, что мы сможем с вами накопить. Ну что, давайте, наверное, с вами посмотрим, что это у нас тут. Ага, полностью забит у меня багажник. Сейчас мы здесь продадим тогда, например, вот это вот что-то. Ну, несерьезно даже. Так, мечи эти тоже продадим. Биту, маску. Так, вот этот парик тоже нам не пригодится. Костюм. Пошел он. Вот так. Что это за колечко такое, а? Не айсовое. Интересно, а если я, например, хочу заточить, ну, предположим, вот, девчонки, вот этот меч, например. Где у меня? Так. Так. И так. Сколько? 78. Всего лишь на 4 прибавится. Как-то не айс, ребята, да? Ну ладно, давайте эволюционировать. Что это у нас тут? Ага. Ну, смотрите, тут достаточно серьезная прибавка идет. Ладно, я там про АП молчу, 4. Но дейлинг, дамаг, тут 260, а тут уже 340. Так что вполне. Ну, а если я еще смогу? Или нет? Это все, кстати... О, уже 80. Погоди-ка. Но это, видите, первого уровня. Это вот для таких орудий. А это вот у меня уже получается второго. Для него будет намного меньше идти. Так, а что у меня еще есть? Вот я могу, например, парик ей заточить, так ведь? Ну-ка, проверяем. Так. Так. Вот так и вот так, например. Ну да. Получается, именно таким образом эволюцию делаешь. Что-то нету какого-то материала опять. Что за материал-то нужен, а? Хм. Блин, 116 было бы, а? А так нифига. Ладно. Одеваем ей обратно. Так, 108 было бы 116, ну да. Ладно, пойдемте посмотрим. На таланты у меня не хватает, это бесполезно. Вперед, как говорится, на босса. Ну, это если там босс будет жестко, я думаю, сейчас. Опять эти девчонки. Что такое у всех? Не понял я. А, защитить девчонок, как всегда. Понятно. Будем защищать. Вот единственное, что они сейчас у меня будут тут путаться. Это, конечно, нехорошо. Под ногами будут меня сбивать с толку.
Так, получите, ублюдки. Куда ты там подкрадываешься? Воу-воу-воу-воу-воу. Смотри-ка, что творят. Да кто же у меня тут есть-то хоть нормальный-то, путевый? Ну, неужели справились? А ты девчонок хилить получается. Причем постоянно. Очень-очень скверно. Давай, хиль. Так, отхиливаемся. Блин, теперь еще ниндзя. И там второй, по-моему, сейчас хочет выпрыгнуть. Так и есть. Я даже не удивлюсь, если сейчас тут появится амбал. Тихо, куда ты прешь? Так, ну пока нет. Ты смотри, что творят, а? Ты смотри, что тут происходит. Девчонок просто расколбашивают. Так, не будем это тратить. Да вы грохните в этого подонка. Блин, одну девчонку убили. Подонки, а? Так, а вот этого... чего я и боялся. Именно этих жиробасов. Так, надо его сносить как можно быстрее. Оу, тут еще снизу идет один. Вот тебе и не задача. Да что же мне сделать-то, а? Просто ума не приложу. Фак. Вот хреново, когда нету этого. Как его называют? Кто бы мог, как, например, мой боксер, ну, со спины, грубо говоря, бить. Давай еще. Туда вот. Кто погиб? Я уж подумал, что кто-то погиб. Но, видимо, показалось. Почему у меня снижена эта атака-то у всех? Кто-нибудь мне объяснит этот феномен, блин? На каком основании-то? Вот так вот сделаем. Успеем, нет? Оу, проиграли, да? Девчонка погибла. Но, тем не менее, мы почему-то продолжаем играть. Странно. Я-то думал, что мне нужно девчонок защищать. Но оказалось не так все. Ну, наверное, я бонус это хрен получу за это. Оу, супербой, куда же ты меня покинул? Это плохо, это очень плохо. У-у-у. Мы в меньшинстве. Блин, жалко, здесь нету какого-нибудь ресальщика, знаете, чтобы он ресал упавших воинов. Вот это было бы хорошо. Опять этот ниндзя, как ты меня достал, а? Давайте его так вот прижучим. Готовченко. Так, отхилимся. Слушай, у меня такое ощущение, что он как-то вот может его
Нет, не может. Ну, где там эти ваши амбалы? Так. Не то, конечно, что я хотел. Ё-моё, за хилкой вязались. Давай, самурайка. Молодец, одного хотя бы забрала на себя. Умница. Хилимся, обязательно хилиться надо. Так, возьми меч и вот этого чепушилу забомби. Оу. Вот и началось в России утро. Давай. Киллер, бомби, Леон. Щетос, а. Так, ну-ка, успеешь ты взять сюрикен? Успела, молодец. Так, а теперь вызываем двойничка. Пускай они тут разбираются. Так, а нам надо вот этого козла валить. Оу, щет. Да куда ж ты прешь-то? Очень мало здоровья. Его практически нету. Причем ни у кого. Блин. Так, ну что, вроде бы как успел отхилиться. Давайте его грохнем нафиг, надоело. Так, а этой мы вот так сделаем. Так, и надо ее хилить обязательно, потому что очень мало жизни у нее. Что ж творят ироды, а? Ух, тяжело как. Ребята, мы прошли этот уровень, представляете, в меньшинстве. Ух, ну правда с маленьким рангом. Ранг А. Получили заточку и маленький ящик. Ух, ну что ж, на этом, наверное, я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии. Всем пока.